На по шапке. Эй, да оно такое сюда. Думчи, бегай. Здорово, братуха. Вот это прыгнул, так прыгнул. Эй, дрон, что у тебя новенького? Ага. Я куда-то полетел. А вот и арсенал. Давай. Вот это. Спасибо за такси. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Что? Кто? Кто здесь топает? Я тебя слышу, выходи. Что за херня? Ехать тот мордобой. Кто тут спит такой большой? А, ну похрен, хрен с тобой. Черт, сигналка. Че, проснулась спящая красавица? Не ори на меня, я с детства шуганный. Трущобы. Ново-Париж. Как же сильно Париж изменился. А, нет. Это все-таки Париж. Вон, Эйфелева башня. Я думал, тут чище. Террористы оставили для вас тайник. Кажется, я где-то видел это место. Только где? Надо повспоминать. Какая интересная архитектура. Вроде будущее, а вроде средневековье. Никогда не думал, что скажу такое. Но мне нравится, как этот свет падает на этот хорошо детализированный мусор. Чёртовы тайминги! нечестно! Неуязвимый враг! Это нечестно! Я тоже ему хочу дать пиздюлей, чтобы его друзьям не было обидно. Первый это второй, если всех пересчитать. Так, ну это два. Второй замерз, как вода. Третий при всех чувствах. Четвертый бьет чечетку, как паук. Собрав все вместе, я могу пройти. А нормальный пароль нельзя было просто придумать? Блин, а что может быть замерзшая, как вода? Пусть ноль будет. Так, у человека сколько там? Шестое чувство, значит их пять. Ну и паук это восемь. Все. С этого момента я хакер. О, а я тебя помню. Я ж тебе говорил, не ори на меня. Опа, не поймаешь.
заколебал призывать их. Ты там завис, что ли? Ну, значит, хана твоим ребятам. Да что с вами не так? Что, все, okay. Что ли? I can piece Trace's mnemonic back together. Great going, sis. Now pass through the main security gate and enter the conception cube. А ты хорошо прикидываешься мертвым? Хорошо, я тебе подыграю. О мой бог, ты выглядишь уже... хорошо, хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, ты что забыл в моей хате? Держаться. Очень советую. На твое усмотрение. Соседи! Дом крадут! Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Кто-то холодильник обчистил. Это был ты! Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут... У меня паническая голодовка. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Где моя еда? Не стоит тревожиться. Хотя если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Знаешь что, уже достаточно... чертовы коллекторы, нахрен я тот кредит брал. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Ты что творишь? Я еще ипотеку не выплатил. Но придется, у нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Хотя бы еду, сука, верни. Давай, соберись с духом. Я тебя ненавижу. Буду с тобой честен. Ты удачи! Мы рады снова приветствовать вас в центре развития. Пошел в жопу. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Иди в жопу. Я в депрессии. О нет. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот. Чё? У тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Чё-то я все равно ничего не понял. Десант! Здравствуйте. Получайте! За что? За мою хату. Кажется, я умудрился поломать жидкость. Хоба! Бля. Чёрт, я слишком толстый. Вот так и вот так, и я буду там, где надо. Нет, я вообще там, где не надо. А вот теперь надо быстро поставить портал, иначе закружится голова. Пойдет.
Хороший батут. Слышь, а что мне делать? Платформа застряла. Слышишь? Эй, бот! Платформа застряла, что делать? Бот? Бот! Сука. Значит, три игры. Давай в этот раз поменяем правила и создадим один объект на основе трех. У нас были Doom, Remember Me и Portal Story. Основу для модификации возьмем силу BFG-9000, ручной импульс и утерянный холодильник. В результате получаем мгновенный урон, дистанционное воздействие и абсолютный холод. И все это конвертируется в перчатки холода. Неплохой результат, могло быть и хуже. Давай-ка наденем ее на твою правую руку. Готово.